Полиция Турции не дала провести конгресс членам партии националистического движения. Вокруг здания в Анкаре, где должны были собраться депутаты съезда, полиция выставила оцепление. В ходе конгресса ПНД, внутри которой образовалась оппозиция, должна была избрать нового лидера партии вместо Девлета Бахчели в связи с поражением ПНД на последних парламентских выборах. Сам Бахчели был против съезда и обратился в суд в расчете на то, что проведение конгресса признают незаконным. Вероятная кандидатура на пост председателя партии — бывшая глава МВД Мираль Акшенер. Выступая перед своими сторонниками, она заявила: «Те, кто в одночасье сменили премьер-министра от правящей партии справедливости и развития, сейчас демонстрируют противоправное и антидемократическое поведение, пытаясь препятствовать проведению конгресса партии националистического движения». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает нынешнего лидера ПНД Бахчели. Последний выступает против внесения в Конституцию изменений, ограничивающих президентскую власть. Так что по этому вопросу правящая ПСР была заинтересована в сотрудничестве с ПНД.